Как хранить мох, как хранить мох. Вот так вот в коробочку его положили, высушили, запечатали и храните. Ну, тут у меня коробочка литров, даже не знаю. Литров, наверное, на 100 точно коробочка. Вот вы что делаете в ванной? Моетесь, да? А у меня мох сохнет здесь. Вот. Как-то так. А что делать-то, девчат? Его же где-то сушить надо. У него тут еще, видите, и вентилятор плохо снимает. Вот, а. Сохнем. Ну, там внизу решетка лежит под мхом. И коробка. Вот. Пошишила его, прибежала. Вот сохнет. Ну и тут чуть-чуть тоже сохнет. Уже, видите, подсыхает, какой красивый делается. Мне так нравится, когда он подсушенный. Вот тоже подсох уже чуть-чуть. Я со вспышкой. Без вспышки, а то совсем, наверное, плохо будет видно. А нет, видно, без вспышки тоже. Вот тоже пошишила его. Пришла, чтобы он не залеживался, а сох. Тоже вентилятор стоит. На него дует. Этот ток сегодня принесла еще совсем сырой. Пришла из огурцов, девчат, с помидорами. Огурец-то у меня тут растет. Третий урожай-то. Ё-моё. А у меня окна открытые 2 ночи подряд. Замерзнут. Вон замерз. Пимпочка. Пимпочка. Эй, хрен с ним. Ой, простите, пожалуйста. Пупляток вон много. Земля влажная. Не буду пока поливать. Пусть. Помидор комнатный. А, вот у меня тут еще, видите, огурчик раз. Огурчик два. Вот. Вот эти помидоры низ общипала листья. Нафиг, думаю, они нужны. Вот я про них вам говорила. Наверное, я их уничтожу. Уничтожу эти помидоры. Ну, что это за безобразие? Я уже не знаю, куда их ставить. Вот так я поэкспериментировала. Ё-моё. С покупными помидорами. Трындец. Все, пускай стоят, завтра полью. Сейчас не буду на ночь. Включила отопление побольше. Здесь еще посадила 2 огурца. Вырастут, вырастут. Нет, значит, нет. Вот. Там вон еще у меня. Меня видно. Женские счастья мои. Вроде оттуда бивают. Прям не знаю, что. Уже не поливаю, как девочки написали. Наверное, говорит, ты их заливаешь. Наверное, девчат. Либо землю им неправильную подобрала. Ого, у меня там вымахал. Видали? Какой? Я тут набегами. Имбирь, имбирь. Ёкарный бабай, надо куда-то сажать. Ребенка-то отдельно. Сам вылезет, наверное, да? Офигеть. Вот это да. Да, холодно было. У меня даже вон адениумы. Листья пожелтели, видите? Это означает, что холодно было. Ну, включила отопление. Пускай греются до утра. А утром приду их полью. Тут мои зайчушки как поживают. Здесь у нас с вами укореняется. Ни разу не поливала, как мы с вами ее пересадили. Вот их, точнее. Кто отвалился? Листик отвалился какой-то. Че, укоренение не произошло? Попшикать может? Может, им влаги не хватает?
Ну да, суховато вроде. Сейчас попшикаю. О, у кота что тут у меня лезет? Цветонос? Девчат, по-моему, цветонос. Офигеть. О, как полезно быть набегами на складе орхидейным. Так, там все нормальные, живые. Все хорошо с моими гигантейками. Здесь у нас что? О, какой листик-то уже большой. Вот это да. Корнюхи как хорошо начали расти. Класс. Джулия моя еще одна. Тоже листик из центра гонит. И корнюхи вот здесь, смотрите. Везде по периметру. В кокосовом этом сидит. И в мхе. Мою красавицу. А эти вот сняты с орхидейного дерева. Тоже прекрасно себя чувствуют. Отошли мои девочки. Мои красавицы. Замучила вас своими экспериментами. И вот это тоже. И вон те три малявки. Вон, а как. Видали? И листочек из центра лезет. Мои красотульки. Так. Это мы в гости поедем. Тоже хорошо себя все чувствуют. Ага. Корнюшки все прекрасно. Это тоже хорошо. Это... О, как подрос. После замены субстрата верхнего слоя и обработки. Молодец. Молодец. Ну, это не буду трогать. Хозяйка сама решит обрезать их или дождаться, когда они сами отвалятся. Это не клещ. Я говорила уже, что это такое. Так, что у нас тут? Ой, ой, тут листочек тоже лезет. Ё-моё, как полезно долго не быть вокруг них. Сколько я их дня? Три не рассматривала. Вот здесь бы появился еще корешочек. Помните, мы с вами в циофлору сажали сколько-то штук на реанимацию? Одна выжила. Надо же, из огромной орхидеи превратилась вот в такую малявочку. И вон там у нас еще один листочек лезет. Видно вам? Видно вроде. Так. Это вот эквестрас. Да? Да. Одна из трех. Эти вот другие эквестрасы тоже хорошо себя чувствуют. Здесь деточка. Наконец-то вроде начинает отходить. Завтра я тут займусь, буду и поливать. А это вон такая же деточка, только на мамке сидит. Когда вот эту детку снимали, та была вообще пимпочка просто. Смотрите, какая стала лошадь на мамке, что значит, да? Так, здесь тоже все хорошо. Это слабенькие держу вот так вот сверху дырочки, которые слабенькие, их вот так держу. Ой, красота. Так, а здесь-то у нас что? Здесь-то что? Ой, ну здесь тоже все прекрасно. Корни растут. Это Франки, снятая с мамки. Оставила себе ее. Смотрите, это первую мы снимали. Самую первую. Другие, которые потом снимали, уже девочки их разобрали. Но скоро будем еще снимать. Ой, ты моя лапочка. Ты моя ж красавица. Наконец-то. Вот очень полезно не тыркать орхидеи каждый день. Смотрите, что делается. И корни пошли в рост сразу. Блин, забыла, как она. Парфюмерная фабрика тоже была одна. Реанимашечка. И вот без корней совсем. Видео были на канале про нее. Вот такая красота получилась уже. И корешков много. Ой, как я рада. Так. Ну, это орхидушки-мандалушки. Мандала или как там?
Так, чуть-чуть полила вот эту. Прикроем. Вот так. Не сильно, а чуть-чуточку. Вон здесь у нас тоже. В общем, все замечательно. Слава богу. Все хорошо. С моими красульками. Хорошо себя все чувствуют без меня. Ладно, буду вас поливать и рассмотрю каждую. Все, вон там еще одна у меня. Как она? Сейчас скажу. Джулия, нет? Да, Джулия. Вон она, огромная стоит. Все, побежала домой, это на улице ночью.